Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мой мужчина Женя показывал мне фото с работы. Я говорю, какие девушки у вас тут симпатичные, мне нужно начинать ревновать. Он показал на фото девушку и сказал, что разве что к ней. Понятно, я устроил скандал с разбором, мы расстались даже на какое-то время в тот же день, но по другой причине. И по причине, что я слишком ревнивая с его слов. Когда мы помирились, встретились с другом Жени, где Женя опять начал рассказывать о своей работе и упоминать эту девушку, даже предложил другу посмотреть ее фото. Вчера у Жени был корпоратив, сегодня на фото я видела его почти везде рядом с ней. Я, конечно, опять спросила, почему такое совпадение, на что он снова сказал, что она симпатичная, но он принял решение быть со мной, и его злит этот разговор. Как мне вести себя в этой ситуации, как перестать ревновать и просто отпустить это? Как принять, что мужчине могут нравиться другие, и нужно ли это принимать? Я не хочу с ним расставаться, но очень трудно успокоиться и не накручивать себя. Спасибо за ответ. У вас здесь вопросы такие достаточно с подвохом, так скажем, немножко, да, потому что принять то, что мужчине могут нравиться другие, ну, как-то слабо, слабо вероятно, вот, хотя бы потому что, ну, извините, но у вас сейчас немножко на другое нацелены вы, вот, сейчас о другом немного, мягко говоря, вы думаете, и я не уверен, что прямо сейчас вы можете принять тот факт, что мужчине может нравиться кто-то еще, даже если вы, ну, в общем и целом, понимаете, что это реальность, что вот такова реальность. Вот. А почему? Ну, дело в том, что сложно говорить. Сложно говорить о реальности другого человека, если вы не очень разобрались в своей, да? Сложно говорить о реальности другого, если вы, например, сами говорите про симпатичных девушек, да, допустим, вы сами говорите про симпатичных девушек мужчине, как бы провоцируя его, а после того, как он подтверждает вам и отвечает на вашу провокацию, условно говоря, а вы говорите, что для вас, естественно, закатить скандал. Ну, вот сложно в этом случае, да, сложно в этом случае как-то вот говорить о принятии реальности другого человека. Потому что вы слишком озабочены в данном случае своей реальностью. И это нормально. Дальше, значит, давайте вот мы с вами сейчас постараемся ответить на ваши вопросы. Вести себя в этой ситуации? Вот. Как вести себя в этой ситуации, чтобы что? То есть какая у вас цель? Вот. Цель должна быть реалистичная, выполнимая, да, соответствовать, например, вашим ценностям, вашим чувствам. Вот. Без цели, вот, как бы
сложно говорить о каком-то поведении. Как перестать ревновать, просто отпустить это. Ну, это работа со страхами, вот, в первую очередь. А в данном случае речь идет про то, что боитесь вы, судя по всему, что вас бросят, боитесь вы одиночества, вот. И, на мой взгляд, еще сравнивайте себя с другими девушками. Вот. Так что направление работы, оно вот. Такое. Дальше. Как принять, что мужчине могут нравиться другие? Ну, принять то, что вам нравится, что вам могут нравиться другие мужчины. Вот. То есть это работает по такому принципу, да, что мы все люди, и если мужчинам нравятся другие женщины, вот, то и вам могут нравиться другие мужчины. Вот. Это нормально. То есть вам здесь имело бы смысл спросить себя, значит, а позволяю ли я себе симпатизировать другим мужчинам? Да, позволяю ли я этой симпатии как бы, ну, проявляться? Да? Вот. И тогда будет легче принять, что мужчин нравятся другие женщины. Вот. По поводу того, нужно ли принимать, ну, я думаю, что когда самооценку свою поправите, если со страхом поработаете, тогда и сможете ответить на этот вопрос, нужно или нет. Вот. А чего накручиваете-то себя? То есть, ну, вот, какие мысли-то? Вот. О чем думаете? Где здесь ядро в ваших переживаниях? Вот давайте как-то сфокусируем, да? Ядро ваших переживаний. Это принципиальный момент, и как бы это принципиальный момент, и с этого, в принципе, можно и нужно начинать. Вот. Понимаете? То есть вы здесь как бы ну, советы спрашивать, как поступать, а психологи советов-то не дают. Знаете, какая штука? Психологи помогают человеку в себе разобраться, а советов не дают. Вот. Но в целом у вас вот провокация. То есть такое ощущение, да, что вы как бы не верите, что, ну, что мужчина, например, что мужчина хочет быть с вами, вы не верите в это. Ну, вы не верите, или вам в это сложно поверить, вот, не так это сейчас важно. И вы вот как-то полубессознательно получается. Вы вот выводите человека на конфликт, да? То есть вы как бы значит, ну что значит на конфликт? Это значит, что вы думали, что он скажет, да нет, ни к чему, ну как бы, да, вот, никому тебе ревновать не надо, да, вот, вообще никому ревновать не надо, все хорошо, вот, такого ответа вы, скорее всего, ждали от него, а он вам, соответственно, как бы сказал, что да,
ты можешь соревноваться там ну, кому-то определенному. Вот, и все, и вы взорвались. Вот. Поэтому тут важно, как бы, именно вот стараться прямо о себе говорить, то есть о своих чувствах. Вот. Понимаете, да? Вот. Как бы, ну, о чем я сейчас. Вот, поэтому это вот такая, на мой взгляд, важная история. То есть, когда вы и пока вы не говорите прямо о себя, вот, ситуация будет вот такой достаточно печальной, достаточно грустной для вас. Вот как бы и все, собственно. Поэтому я бы здесь вот в первую очередь обратил внимание на вашу возможность выражать, наверное, именно свои чувства, именно свои ощущения, вот, в тех или иных ситуациях, вот, в тех или иных аспектах, вот, в тех или иных моментах. Вот. Понимаете, да? И, соответственно, это позволит вам более качественно, более близко, более интимно выстраивать отношения с людьми, которые вам дороги. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. А вот как-то так. Для этого нужно замечать то, что с вами происходит. Если вы не замечаете своих чувств, вот, если вы там, ну, грубо говоря, привыкли свои чувства игнорировать, допустим, вот, то, конечно, вам будет весьма и весьма тяжело, и конечно, вам будет весьма и весьма трудно в данном случае. Вот, поэтому вот так важно работать в данном случае над собой, вот, чтобы разобраться в себе, вот, и понять, а где же в этом я, вот, не где в том вот, что происходит, я, собственно. Понимаете, да, какая штука? Вот, вот то, что я мог бы вам сказать сначала. Вот такой ответ. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.